решил прокатиться немножко. Вечер, будний день, сегодня четверг. Сегодня четверг, на дороге здесь никого. Может быть, будет интересно. Йоу! Check the mic and make sure it sound right, boys.
Привет. Я внезапно приехал в деревню Апачково или Апачково. Не знаю, как правильно это произносится. Много раз проезжал мимо, ну, как бы указатель просто на Симферопольском шоссе. И сюда ни разу не заезжал, ну, как бы и незачем. Потому что сегодня вот внезапно решил посмотреть Апачково. Вот. Просто катаюсь на остановке. Блин. На остановке красный слон. Красный слон и собака ждут. Короче, немножко прокатился, поеду обратно. Надо будет мотик помыть. Тут у нас здесь что-то, какой-то жук. Все, двигаю назад.